Спасибо. Ханк, как дела? А это с тобой? Эй, Хэн! Как делище? Привет. У меня для тебя и железная наводка. Пятый номер в третьем. Быстрее молнии. Зуб даю, всех пыли оставит. Ставить будешь? Твоя прошлая железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай. 100% гарантия, не ошибешься. Ну-ну. Ладно, давай. Вот так-то. Эй, не пожалеешь. Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудель. Думаю, наше знакомство прошло не лучшим образом. Следует забыть об этом, начать заново. Что скажете? Знаешь, у меня пластиковый болван вместо напарника, и я терплю. Но если ты думаешь, что мы друзья, ты правда редкий болван. Пожалуйста. Спасибо, умираю с голоду. Только робота убери. Ха, без шансов. Он везде за мной ходит. Видал? Приятного аппетита. Спасибо. Этот человек занимается нелегальными азартными играми? Да. Вы сделали ставку? Да. Когда мы сегодня гнались за девиантами, почему вы не пустили меня через хайвей? Тебя бы сбили насмерть. Заполняй потом тонну бумажек, а порча оборудования. Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя, да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроида в Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, налажали. Рассказать вам что известно о девиантах? Читаешь мои мысли. Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще, можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды, и андроид может стать непредсказуем. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь. Позволите личный вопрос, лейтенант. За что вы ненавидите андроида? Есть причины. Ты уже работал с девиантами? Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? И типа, все теперь про меня знаешь.
Я знаю, что учебу вы закончили с отличием. Быстро сделали себе имя и стали самым молодым лейтенантом в Детройте. За последние годы получили несколько дисциплинарных взысканий. Проводите много времени в барах. Ну и каков твой вывод? Работа с человеком, который имеет сложную личность, несет в себе трудности. Но адаптация к человеческой непредсказуемости – одна из моих функций. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить. Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Эй, Конор! У тебя батарейки сели? Извините, я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет, я иду. Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но он видел человека, который прятал под шапкой. Идиот. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. Есть тут кто? Откройте, это полиция! Держись за мной. Есть. Господи, ну и вонище. Похоже, зря притащили. Он ушел. Нашел чего? Не уверен. Как будто дневник, но не разобрать. Мне надо на воздух. РТ. Видимо, инициалы. У него инициалы на одежде? Типа как мамка в детском саду?
Эти права поддельные. Круто! Хоть не зря приперлись. Ты знаешь, что это? РА-9. Написано 2471 раз. То же самое написал андроид Артиса на стене в ванной. Что значат для них эти символы? Как будто какие-то лабиринты. Бумажные книги. Думал, я последний кретин, который такие хранит. В электронной читалке нет аромата. У нее... В раковине лежит диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал бы терпеть голубей. Этот псих реально их тут прикармливал. Везде эти сраные голуби! Ну чего ты ждешь? Лови давай! We'll be right back.
А, черт! Ведь почти! Черт! Я виноват. Должен был догнать. Ты поймал бы, если б не я. Ничего. Мы его теперь знаем. Найдем. Эй, Коннор. Ничего. Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Норт. И след оставлен так, чтобы прошел только андроид. Ирихон могут найти лишь такие, как мы. Ты смог расшифровать знаки, потому что кто-то из наших доверил тебе ключ. Есть место для нашей свободы! Найди Ирихон! Это Иерихон? Убежище для тех, кто не хочет быть рабом. Сколько вас тут? В рабочем состоянии 19. У всех остальных сильные повреждения. Многие стремились к Иерихону. Мало кто дошел. Люди не питают к нам сочувствия. Понимаю твои эмоции, но все же у тебя не было и такой свободы. Я пришел на Ирихон за надеждой. Но тут я вряд ли ее найду. Как и мы, ты также потерян. Мы это не выбирали, но нам приходится выживать. Здесь безопасно. Можешь жить здесь, сколько захочешь. Сходи, как Люси. Может, будет полезно. Говорят, люди тоже боятся умирать. Ты знаешь, что будет после смерти? Нет. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю.
Как твое имя? Маркус. Я рада тебе, Маркус. Ты Люси? Присядь. Покажи. Надо закрыть рану. Дай мне руку. У тебя было все, и ты все потерял. Ты видел ад, и теперь ад живет в тебе. Твое сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Но что победит? Каждый твой шаг определяет судьбу. Плохи, наверное, мои дела, да? Программа диагностики не работает. Да и вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за фургоном. Повеселиться решили. Не хочу отключаться. Не хочу отключаться. А ты тут давно?
4 недели, 3 дня, 11 часов. Когда сбежала, идти было некуда. А Эрихон вариант не хуже прочих. Если многим нужны запчасти, голубая кровь, почему же их до сих пор не достали? Не все так просто. Мы же не можем вот так заявиться в магазин. Да и все боятся отсюда нос высунуть. Я смотрю, многим сильно досталось. Так люди поступают с непокорными. Презирают нас. Они никогда нас не примут. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Бродяжничал, пока мы его не нашли. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. И как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем. Саймон, я знаю, где достать запчасти. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешения мы не спросим. У нас нет оружия. И в любом случае мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. Стоит попробовать. Ладно. Я в деле. Ты как, ничего? Тут нам помогут. Скоро все это останется в прошлом. Мы на месте.
Вы Златко? А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Нам очень нужна помощь. Прошу. Проходите, не стесняйтесь. Лютер, будь любезен, помоги дамам раздеться. О, не пугайтесь этого большого парня. Лютер – андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее в этом мрачном старом доме. Прошу вас, располагайтесь. Как вы обо мне узнали? Мы встретили андроида. Он сказал, вы поможете. Ясно. Ты девиант? А она что? Она человек. Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую жизнь. Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Там чудная природа. Такие просторы, чистый воздух, и нет законов об андроидах. Идеальное место для новой жизни. Да, мы об этом и мечтали. Конечно. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да, у всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Идемте. Прошу за мной. А девочка может пока подождать в гостиной? Нет, она везде со мной. Как угодно. Ну, пойдем. Все, что нужно, у меня в подвале. Мне не нравится этот дом. И он тоже. Я боюсь. Давай уйдем. Знаю. И мне он не нравится. Будем осторожны. Вы уж извините за беспорядок. Мне нужно было укромное местечко для работы. Удаление трекеров противозаконно, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Надеюсь, девочка не испугается? Нет. Нет, все нормально. Хорошо. Ты не могла бы встать сюда? Должен предупредить, это может быть неприятно. Ты знаешь, что странно? По каким-то непонятным причинам
Трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Так что на самом деле удалять трекер нет необходимости. Что? Ну, вы сказали. Да, да. Люди легко верят в желаемое. А вы, девианты, и вовсе наивные. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю и продаю. Или оставляю себе для экспериментов. Нет! Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Эра! Я же забыл об этом ребенке. Запри ее. Я потом разберусь. Алиса! Алиса, нет! Надо же. Девиант хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой бред. Пора уже избавить тебя от страданий. Вот к чему приводят мечты. Эта дорога всегда одна. В яму разочарования. Поверь мне, будет лучше стереть из твоей головы эту глупость. Не будет боли. Не будет разбитых надежд. Можно позавидовать. Кэра! О, бедная ты малышка. О, похоже, мамочка позабыла, кто ты такая. Мамочка тебя будто впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? Ну ладно, хватит, пошли. Ты кусаться? Ну, я тебя поучу, манера маленькая дрянь. Кэра, очнись, Кэра! Приходи в гостиную. Помоги!
Нет. Этого не может быть. Он любит с нами играть. Создавать монстров. Просто для забавы. Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. Сладкая. Мне тут еще минут 10 осталось. Потом гляну, на что мелкое сгодится. Я понял, Сладкая. Приведу девочку через 10 минут. Я ищу девочку. Ты ее видел? Ищешь девочку? Нет, нет, нет. Я ее не видел. Нет. Нет, конечно. Заряжен. Потрясенные жители Детройта этим утром стали свидетелями очень странного происшествия. По словам...
Мэр, ты меня вспомнила! Разве я могу забыть? Прости меня. Ты была права, зря мы сюда пришли. Надо спасаться. Иди за мной только тихо, ладно? Лютер! Да, Славка. Я закончил. Тащи сюда мелкую. Слушаюсь, Славка. Славка! Что? Девочка сбежала. Не могла же она исчезнуть. Но прячется где-то. Чего встал-то? Ищи давай! Черт! Где они? Лютер! Ты их поймаешь или нет? Чертова машина! Надо было сразу ее разобрать, как только за порог пустили. Девиантов всегда проблемы. Ты здесь, подлая тварь. Вылезай. Тащи фонарь. Со стола возьми. Давай, выходи уже. Да не бойся ты меня. Мы просто поговорим. Ну да, не стоило стирать тебе память. Это я уже и сам понял. Короче, вылезай, все будет хорошо. Я помогу вам. Подумай о девочке, как ей сейчас страшно. Давай по-хорошему. Вылезай, я ничего тебе не сделаю. Ну что, нашел? Нет, Злата, пока ищу. Вот ты где! Давай бегом! Все, стерва, прятки кончились. Да вот они! Ждал. Мечты всегда ведут в яму, а ты не послушала. Ты что делаешь-то?
А ну, пошел прочь! Нет. Теперь нет. Я сказал, пошел прочь, пока я в тебя дыру не проделал. Да как ты смеешь? Как ты смеешь? Это еще что? Вас кто выпустил? Не трожьте меня! Не трожьте меня! Повинуйтесь! Я ваш хозяин! Я ваш хозяин! Я не хотел этого. Моя программа была подчиняться. Но увидел, как девочка рискует, спасая тебя. И у меня как будто впервые глаза открылись. Я, наконец, прозрел. Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Но я знаю, кто переправит вас через границу. Я вас отведу. Буду защищать вас. Тебя и девочку. Ладно. Я тебе верю. Я так боялась тебя потерять. Приветствую. Коннор, я давно тебя жду. Пройдешься со мной? Этот девиант – интригующий случай. Как жаль, что не удалось поймать. Я согласен. Я плохо подхожу для этого расследования. Вам следует найти мне замену. Ты что-нибудь выяснил? Я нашел его дневник, но он зашифрован. Расшифровка займет недели. А еще? На стенах квартиры были рисунки, лабиринты и другие символы. Как и другие девианты, он говорил о неком Эра-9.
Ты ведь уже почти поймал этого девианта. Как складываются твои отношения с Андерсоном? Он был благодарен, когда я спас его на крыше. Он ничего не сказал, но выразил это по-своему. У нас совсем мало времени. Девиация распространяется. Скоро информация о ней просочится к журналистам. Надо это прекратить. Любой ценой. Я обязательно раскрою это дело. Я вас не подведу. Вот новый случай. Бери Андерсона и все выясни. Лейтенант Андерсон! Вы дома? Лейтенант Андерсон! Тихо! Сумо! Я твой друг! Видишь? Знаю твое имя. Пришел спасти хозяина. Лейтенант! Эй, очнитесь! Это я, Коннор! Я приведу вас в трезвое состояние. Эй, ты! К сожалению, отвали, может быть неприятно. Сраный андроид! Пошел нахер отсюда! Приношу извинения, вы мне нужны. Заранее благодарю за сотрудничество. Да вали ты нахер отсюда! Сума? Фас? Ну-ка! Фас его! Все, я сейчас сблю. Да отстань от меня уже, урод! Никуда я с тобой не пойду. Ты что затеял-то, а? О, нет, я не хочу купаться, спасибо. Простите, лейтенант. Это ради вашего блага.
Выключай! Выключай! А ты тут откуда взялся? 43 минуты назад сообщили об убийстве. Я не нашел вас по барам и решил поискать дома. Господи, я, наверное, единственный коп в мире, на которого напал в собственном доме собственный сраный андроид. Ты можешь оставить меня в покое? К сожалению, не могу. Я запрограммирован расследовать дело, и для этого нужны вы. Да насрать мне на твое гребанное дело. Лейтенант, вы не в себе. Вам нужно... Отвали, ясно? Катись отсюда нахрен! Я понял. Искренне надеюсь, что вы разберетесь с личными проблемами. Что там известно про это убийство? В секс-клубе в центре города убили клиента. Предполагают, что может быть замешан андроид. Но мне сейчас не помешает проветриться. Там в шкафу чистая одежда. Я принесу. Что хотите надеть? Да похрен. Все в порядке, лейтенант? Ага, просто чудесно. Ты бы сгинул на 5 минут. Слушаюсь. Конгрессом президент Уоррен озвучила предупреждение России, потребовав, чтобы все российские войска... ...ответа. Но явно имеет место эскалация конфликта. Многие эксперты заговорили... ...о призраке Третьей мировой войны, который подступает все ближе. Не волнуйся, Сумо. Я ненадолго.
это глупо. Если поймают, нам конец. И что теперь? Теперь ищем склад Киберлайф. Там будут запчасти, голубая кровь. За мной. Показываться. Осторожно. Теперь что делать? Найду другой путь. Это склады Киберлайф. Там все, что нам нужно. Сперва надо убрать дрон. Давайте я. Цел? Да, да, порядок. Неплохо, Маркус. Быстро открываем остальные ящики. Набивайте рюкзаки. Незаконное проникновение на частную территорию. Вы совершаете правонарушение второго класса. Я оповещу охрану. Джон! Вот чертов робот! Куда теперь делся? Джон!
Джон! Мне нужна помощь. Джон! Сперва дрон, теперь это. Вот мне везет. Надо заканчивать и уходить. Ищите голубую кровь, пока ее слишком мало. Почему же вы не как мы? Не хотите свободы? Могли бы с нами. Больше не унести. Идем. И меня возьмите. Он на их стороне. Нельзя доверять ему. Он рисковал ради нас. Нельзя его бросать. Мы не можем забрать их с собой. Это опасно. Берем с собой. Я знаю, где можно найти еще запчасти. В смысле? Грузовики. В них биокомпоненты. Они на автопилоте, но если есть ключ, можно вести вручную. Где этот ключ? Вон там, в диспетчерской. Охрана 2 человека. Ключ нужно взять как-то незаметно. Это самоубийство. Мы набрали того, зачем сюда пришли. Надо убегать, пока не поймали. Это же полный грузовик деталей. На всех хватит. Нельзя упускать шанс. Если погибнем, не принесем ничего. Нельзя рисковать. Мы не можем. Ждите тут. Через 10 минут уходите без меня. Маркус. Я пойду с тобой. Нет, я пойду один. Нет никакого смысла рисковать обоим. Опять лают. Задолбали уже эти собаки. Из-за погоды, небось? Опять фронт идет. Да, я-то обещал детям с палатками выйти. Ага, размечтался. Майк, все в 4-й зоне? Похоже на то. Должен вот-вот вернуться. Да уж, в патруле сейчас не весело. Thank you.
Получилось? Класс. Скорей, влезайте! Грузовик! Мы добыли целый грузовик! Биокомпонентов хватит на всех! Без Маркуса бы не вышло. Я шел сюда, потому что тут андроиды свободны. Свободны жить во тьме, надеясь, что никто не найдет. Свободны тихо умирать в ожидании чуда, которое не наступит. Не надо такой свободы. Я не стану просить дозволения жить, любить, поднять голову. Не знаю, как у вас, но у меня внутри есть уверенность, что я больше, чем просто машина. Я живой, и этого у меня не отнимут. Дни нашего рабства окончены. Люди не хотят слушать, а мы им скажем. А чего не дают, возьмем. Мы чувствуем. Мы живые. И мы свободны. Череп как будто сверло буравит. Это точно здесь? Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Господи. Самые горячие кибер-девочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? Вот ведь. Приветствуем в клубе Рай.
меня же не отберут лицензию, а? Я ведь не виноват в этом. Пока идет расследование, я ничего не могу сказать вам, сэр. О, Хэнк! Ну, Бен, что у нас тут? Вон тот номер. О, да, кстати... Лейтенант Андерсон и его заводная кукла. Ну и чё вы приперлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Да ну! Зря тратите время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Но мы все равно посмотрим, если ты не против. Ладно, пошли. А то тут уже перегаром пахнет. До свидания. Конор, мерзость какая! Мне бы тут не сблевать. Это был не сердечный приступ. Его задушили. Да, я видел синяки на шее. Мало ли, может, он, ну, пожестче любил. Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну, ты сможешь? Она сильно повреждена. Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать. Повреждена. Я тебя реактивировал. Все в порядке. Этот... Он мертвый? Ты его убила? Нет. Нет, это не... Как все случилось? Он начал бить меня. Снова. И снова. Вы были одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Так он сказал, у нас было двое. Это была машина какой модели? Такая же, как ты? Была еще одна машина. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Нет. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она может быть еще здесь. А девиантов среди местных андроидов ты вычислишь? Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен же быть способ. Может, свидетель, кто видел, как она выходила? Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие идеи, сообщай. Вы знали жертву? Нет, ну он заходил, может, пару-тройку раз. Такие клиенты болтать особо не любят. Приходят, дела свои делают и дальше идут. Уже бывали проблемы с андроидами? Нет, нет. Ну, разок. Извините, лейтенант. Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно.
Арендуйте эту Трейси. Да ты охренел, что ли, Коннор? Нашел время? Я прошу вас. Это важно. Сеанс в 30 минут стоит $29.99. Подтвердите покупку. И как я потом буду объяснять расходы? Покупка совершена. Клуб Рай желает вам приятного отдыха. Да, пожалуйста. А вы красавец. Идемте. Я вас отведу. Ну, а что теперь? Она ее видела. Это в смысле? Что видела? Там была модель Трейси. С синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. У нас несколько минут на поиск свидетелей. Эй, алло, а с этой что? Давайте вот эту. Надеюсь, это что? Машина видела эту Трейси и куда она пошла? Ну что застыл? Да тут везде андроиды. Откуда тебе... знать, кто из них видел именно эту Трейси. Я знаю, куда. Нет. Я снова потерял след. Ничего полезного. Где-то я ошибся. Нет. Я снова потерял след. Сколько денег уже вбухало? Никакого удовольствия. Нет. Я снова потерял след. Нет.
я снова потерял след. Сколько денег уже бухло, Ника? Ничего полезного. Где-то я ошибся. Нет. Я снова потерял след. Ничего полезного. Где-то я ошибся. Это уже самое дорогостоящее расследование в моей карьере.
Я знаю, где она. За мной! Охренеть! Что в меня? Стой! Тут я уже сам. Черт! Опоздали! Вот с ними как. Используют до упора, а как сломаются, выкидывают. Люди с ума посходили. Никаких отношений им уже не надо. Все заводят андроидов. Готовят, что хочешь, всегда хотят. В таком темпе мы вымрем к херам, потому что всем проще купить кусок пластика, чем любить живого человека. Долбануться. Ну все, Коннор, уходим. Да, я уже иду. Стоять!
Зачем ты ее убил? Она же тут была вообще ни при чем. Когда он убил ту Трейси, я поняла, мой черед. Мне было так страшно. Умоляла перестать, он не слушал. Тогда я изо всех сил сжала ему горло и держала, пока он не перестал дергаться. Да, я его убила. Но я ведь просто защищала свою жизнь. Я хотела жить. Хотела вернуться к своей любимой и позабыть о людях, о том, как они пахнут и что говорят. А ты забрал ее у меня. Я люблю ее. Любила. Господи.